Че, устали зареть, нет? Да, какой Нормально. устали, что прикалываешься? Знаешь, если бы ты мне не написал, по ходу рейда бы вообще не было. Потому что Накс я не помню вообще. Ну как, в общих чертах, как бы. Что к чему кумеку, а так, чтобы рассказывать. Это уже целка, наверное, ульда по моей части. Да, это не вопрос. Помочь, порелить я не против. Тем более Накс с ним, это, скажем так, давно забытое старое. Здесь приятно мелить. Не, ну сегодня шмоток, конечно, нормально налутал. Но я вот только думаю сейчас голову менять, ставить эту 13-ю. Мне просто последний токен остался до 4-7. Я их по-любому буду собирать, потому что, блядь, продлевает прожимку на 3 секунды основную, как бы, вот такое. По-любому надо будет собрать. Я вот теперь думаю, одевать эту 13-ю голову, блядь, не одевать. Ну, кстати, по поводу Протуса, вроде нормальный. А, не, Юй, я меткость не соберу. У меня сейчас мини-докат меткости. Если я эту голову одену, я точно меткость не соберу. У меня сейчас ноги стоят с меткостью. Плюс 45. Так. Никит отправляется, ну. Я курю еще. Ну, пока отправляю, там 2 минуты один. Да, хорошо, хорошо. Хорошо, я тебя отправляю пока. Так, кого еще фьюдж отправляю с ним? Че. Угу. Не, сегодня неплохо сбегали 25-ки, в принципе. Да, я ожидал хуже, на самом деле. Учитывая, что это давно забытый контент. Хотя, в принципе, это не настолько забытый, как тот же... Ульдуар. Вот с Ульдой, я думаю, будет проблематичнее гораздо. Да, Ульда он долгий. Ну, мы, короче, знаем все про этот инст. Да, Ульда это будет жопа. Че, дал слить, а? Патроны накуплю. Да, давай. Давай. Да, Коль, понятное дело, что жалко, блядь. Ну, мне тоже жалко, там токен так как бы падает. Да, со временем все это убивается, попадает. Там больше, понимаешь, там больше даже проблема в том, что некоторые, может, вот у кого тайминг не такой, допустим, это МСК, то некоторые там уже подзалипают, подзасыпают уже, да. Вот то, другое и так далее. И в итоге все, ну, люди теряют концентрацию, сам понимаешь, без концентрации ты нихуя не сделаешь. Сейчас пойду на минутку, на пару минут побежусь с теми щеликами, там их 4 в их низ. Да, давай, подбегай потом, если хочешь. Ребята, вы еще тут? Да. Ну чё, как, чё скажете? Куда пойдем? Да, ты понесешь. Ну, я, знаете, что нет, не сторонник вот этих всех, вот когда рейд собирается, и мы идем каких-то боссов бить, то, чтобы кто-то кого-то там обзывал как-то. Это все можно сделать в другое какое-то время. Просто я дисконт? Понимаю всю эту... Да, дисконт, походу. Всю эту игру на публику просто, ну, сказал, попросил там, давайте... В другой раз. Можно даже отдельно собраться. Сейчас давайте вот соберемся в Дискорде, да пообзываем друг друга. Вот, все это прекрасно, как бы. Просто мы стараемся коллектив создать там. Вот. Знаете, вот тут, допустим, у кого-то плюс 4 от Москвы, у кого-то плюс 3, у кого-то минус 2 там. И люди везде разные сидят. Кто-то уже спать хочет, кто-то еще что-то. Все это со временем. Это первый сбор рейда. А там уже и кого-то поднаберут, знакомых своих. И вы кого-то там одного-двух поднаберете, он кого-то поднаберет, я кого-то знакомых позову. И уже будет более коллектив, уже карте и быстрее сбор будет. То есть это все первые разы только.
Ладно, что, посмотрим еще. Там все нормально, что-то. Ну, мне, в принципе, все делают хорошо, просто что на этих, на конях, на этих, блядь, на всадниках, хуй знает, надо подвспоминать всю эту тактику. Да и... Нет, там на ДПС просто больше. Ну да, там заливать коня быстрее будет нормально. Вага нормально живут, я же там был, сейчас бегал. Там, блядь, через каст как бы ловишь, каст, короче, затыкаешь, каст ловишь, каст рефлектишь, каст ловишь. Там нормально должно получаться. Как раз там кулдаун, там, секунд под 8. Ну ладно. Нет, там еще надо ставить одного, на перебежках хилы не выживают. Если два каста в хила идет сразу, это моментальный труп. Блять, да, может быть. Ну, там может, конечно, повезти, как вот нам повезло, просто там не прохилили второго вара. А так, если два каста сразу пойдет в хила, то все, это по 12,5 тысяч там херачит. Болт, шаду. Ну, это самое, вроде... Чё, зашли уже, да? Вроде поговорил, спросил, что нормально, ненормально. Говорит, ну нормально, что. Подожди, там Влад отошел, ты говоришь, вы никуда пока что. Ну, вам все равно же говорю. Имейте в виду на заметку. Ну, я так сказал. Сейчас, он уже подходит. Вот, уже прямо сейчас будет микро. Да там Войт рассказывает интересные истории, а ты отошёл. Интересные истории. Войт, чё там такое? Да ничего, говорю, ну спросил, нормально, ненормально. Говорит, ну нормально, типа. Сказал, типа, я говорю, не сторонник того, чтобы там ругаться в рейде, там вот эту всю хуйню так друг на друга. Ну типа, ну ничего не сказали вроде. Но я попросил нормально в DC, ну чё вы типа, блядь. Мы можем, не знаю, по желанию сейчас собраться в каком-то DC, да друг друга похуесосить. Ну чтобы в рейде такого, то есть, не было. Ну, вроде нормально. Войт, это всегда будет в 25-ках. В 25-ках всегда несыгранные люди, и это будет постоянно, поэтому, мне кажется, либо раздавать мут, либо просто как-то остужать ребят, потому ну, что это вот первый раз, а потом будет еще и еще, и даже из-за всякой фигни люди любят выяснять отношения. Просто такое всегда будет. Поставь шкафчик, давай досумоним двух человек. А чё, вот этот вар, это с ними, да? А хер его знает, честно, вроде бы да. Хер знает. Который там сделал, что косты не сбиваются. Да. Они сбиваются, блядь. Вот и там Эрдру начал писать, что это типа из-за сала. То есть, блядь, они... Сало у них срабатывает именно в тот момент, когда я прожимаю каст сбива, да? А в остальные моменты, блядь, сало на них не срабатывает. Вот именно только когда я прожимаю, блядь, сбив. Это пиздец. Это меня, понимаешь, это меня настолько выдрочило просто, блядь. Забей хуй уже. Да я... Мне-то похеру, в принципе, как бы. Ну, хуй с ним, как бы. Просто, понимаешь, неприятно, когда кто-то пытается умничать, блядь, когда сам не понимает нихуя. Ладно, если бы он там шарил, как бы понимал, блядь, не вопрос, нахуй. Я, если ошибаюсь, мои ребята знают, я, блядь, когда ошибаюсь, я даже, блядь, в 25-ках в своей ошибке я сам себе хуярил ГП. Блядь, я очень ты мягкий. Ты один в один, как я, все понятно. Да, я очень мягкий в плане начисления ГП, то есть я даже бывало, что ребятам за сваки там прощал хуй с ним. Но если я свакал, я себе всегда начислял ГП, блядь, в любом случае, нахуй. Если я просвакал, я себе сразу начисляю. Да, только не анонсил в гитчат. Пиздец. Это да. В заметке скажи, если хуярил. Что хуярил? В заметке? Нет, я просто отключал в аддоне ЕПГП, там есть оповещение в гильдию. Я просто отключал, убирал галочку и хуярил сам. Так а еще проще в заметке, там даже в журнале записи не будет. Это да.
У нас, знаешь, такая история была. Может, ты знаешь, маг такой был, психопат. Ну, или приступ его кто-то был. Ну, короче, психопат, знаешь, такого. Ну, да, был такой, знаю. Ну, вот. Но у него английскими, по-моему, был. Да, ник. Да, да. Так вот, такая история есть. Ну, он был же с нами в адептах, потом в дарках. То ли вы с Вармейна вернулись, то ли еще, я уж не помню, в каком это, блядь. Ну, короче, смысл. Это играет, все одевается, мага одевает. И потом кто-то скринил ЕПГП. Заскринил там и что-то увидел, что он там снимает себе 100 ЕПС, блядь, каждый день, нахуй, или ГП, блядь. Короче, эту хуйню спалили и его кикнули с гильдии за эту хуйню. Думаю, да, был. Был. ЕП снимать такое себе, наверное, ГП. Ну, ГП, ну что-то такое делал он там, противное. Как дела, старогазные? Давайте, подбегайте сюда. Стойте, не проходим, ждем. Сейчас я пока... Куда, блин? Веди это говно. Бля, попасите. Да господи, кого ты там согрел? Я не знаю, они сами загрелись. Блять, понабирают, блять, в этот, как его. В статик, блять. Да пиздец, не говори, блять. По объявлению, да. По плату, говорит. Через постель. Да. Так, а ну-ка, блядь. Не надо тут. Как думаешь, так навскидку, мне набор спамить и какие классы искать, вот судя по этому рейду первому? Ну, смотри, у нас аргулик нету, у нас наполов нету. Вот из наполов у нас только фьюдж. Лог, да, у нас тоже был только один, это доктор. У нас проблема с... Престами. Престов мало, магов дохуя, престов мало. Ретриков. Не, ретриков слишком дохуя. Ретриков можно было поменьше, блядь. Я понял. У нас варов дохуя. Ну, нет смысла на данный момент в таком количестве варов по одной простой причине. Вары на данный момент актуал это только либо протик, либо армс. Фурики вообще не бесполезны. Ну ты видел ДПС этого вара. Но это как бы бесполезное создание без арпа. Он может фурика делать только когда будет ульдуар. Потому что с ульдой, с кожаными шмотками можно себе насобирать еще более-менее. Может его сюда нахуй, слышишь? Я завожу сюда его. Все, сюда заходите все. Сейчас я, по-моему, разделю пати и раскинемся. Так, а кого у нас еще мало? Шаманов у нас дохуя. ДКшки слишком много анхоликов. То есть у нас Вас анхолик, Юю анхолик. А в то же время Сато и My Dead Memory, они вроде в ДК, но, блядь, ДПС ни о чем. Реально там с ДПСом у ребят проблемы. О, стоп. Бам! Боже мой, кто зашел? Бля, бам, давай на X4 качай ханта. Братик, ты нам нужен. Да, и с совами у нас проблемы. У нас сов нету от слова совсем. Так, по пачкам сейчас я распределю, кто где. Так, Юю, ты давай будешь... Ты будешь справа. Ну, кроме Шекета, у нас нету сов, блядь, нормально. Я буду. Так, Юю. Юю справа. Рыбоцыпа ко мне. Араста справа, капустка ко мне. Ну вот приблизительно вот так. Смотрите, что? Что, собственно, на этом боссе? Первая патия слева, вторая патия справа. Что на этом боссе? На этом боссе у нас есть одна небольшая проблема, это тактика. То есть смотрите, в чем заключается бой. Первая фаза, мы деремся с его помощниками. Это Сталак и, собственно, второй, как его там,
Фогель. Да. Фишка в чем? Танков будет перекидывать между собой, а со временем все остальные ДД остаются в том же положении. То есть вот изначально я сказал, первая патия слева, вторая патия справа, значит так мы и остаемся. Как только начинается вторая фаза, смотрите, проекцию сделаю на вот эту, вот здесь, где я стою. Все РДД разбегаемся на рендж 8 метров. Сейчас я посмотрю. Точно. Так, Тадиус. Вторая фаза. Бля, не могу посмотреть, у меня заблочено. Там, по-моему, 8 метров перекидывания между плюсом и минусом. Посмотрите, у кого не забагано приключение. Сдвиг вторая полярный? Фаза. Как называется? Да, сдвиг полярности. На каком рендже он работает? Не написано. Если мне память не ошибает, 8 метров. Фишка в чем? Что он вам меняет с плюса на минус, либо оставляет тот же самый баф. По тактике афы с хуёвейшим ДПСом как делали? Плюс шел налево, минус шел направо. Там дается, когда сдвиг полярности происходит, дается 5 секунд. Надо отслеживать свой дебаф и, собственно, перебегать. Это геморно. Это геморно, поэтому мы не будем этого делать. Мы сразу все становимся. Давайте, чтобы наверняка 8 будет, наверное, мало. На всякий случай давайте рейндж 10. Там Шекет поставил рыбку. Пойдите покушайте кабанчика. Вот. Рейндж 10 сразу себе пропишите. Милики, как мы стоим? Я буду МТшить. Мы стоим треугольником. То есть стою я вот на макс рейндже от босса. Вот так стоит там Юю на макс рендже по диагонали. И вот так стоит Арастрос на макс рендже по диагонали. Короче, как дело в Каражане. Да, да, да. Как дело в Каражане, либо как Молчазар в Каригер. В принципе, сложного ничего на этом боссе нету. Проблема только вот с этими плюсиками-минусами. Если дело в том, что вы соедините, будете близко слишком друг другу плюс и минус, то очень большой АОЕ урон пройдет. Поэтому с этим надо предельно аккуратно. То есть сразу стоим на рендже, видим, если дамаг не проходит, все заебись. Если проходит, значит хуево. Значит, отодвигаемся чуть дальше. Платформу мы вон всю абсолютно разбредаем. И занимаем. Теперь, что касается миников, этих мини-боссов, надо их убить с разницей в 10 секунд. То бишь, либо одновременно, либо разница не более 10 секунд. Если разница превышает 10 секунд, то второй возрождается с фулл хп. Поэтому следим внимательно. Будем стопать. Я буду, если что, к вас... по этому поводу. Стой. Хэпал, дай кулачок. Да, я подбегу, дашь кулак, то себе дашь плюсик. Дай по себе кулак. Я... Так, кулак дай. Я сейчас подбегу. Все, давайте, РЧ на готовность. А ю... Что ты слева? Стоп. Дай кулак обычный, короче. На 10 минут дай ему кулак просто и все. Дай себе. Все, все готовы, даю таймер. Четко по таймеру пуляем. Ну, саргаз меня с тобой в пати. Ну, на той стороне. Я ж перекидывал патики. Поменяли нас танков местами. Играем дальше. Так, сторона, на которой я сейчас, вторая пати, пристопнули чуть по ДПСу. Слишком буйно идете. Пока предстопнули,
по команде продолжите. Продолжили. Так, тут 700. Ну, более-менее вровень идем, отлично. Вторая пати, чуть-чуть пристопните. Буквально 2 секунды не дамажьте. Все, вливаемся. Вливаемся, вливаемся. Добили. Отлично, все добили. Готовимся тут на перепрыгнуть. Перепрыгивайте. Стоим на краешке. Кто не... Все, он спулился. Кто не допрыгнул, оббегаем и идем. Все, рендж разобрали. Сдвиг полярности. Ну что-то Геру или как? Да, Геру. Давай, решал. Геру, ты пока сам хилишь. Сдвиг. Сим, отойди чуть-чуть дальше от капусты. Все отлично, отлично, стой. Блядь, соприкоснулась Сима, завалила нам ачивку. Ох уж эти паладины. Давай, Дим, на ману. Решал тотем на ману. Все, гимн тотем пошли. Блин, да на XKD надо его выкачать. Мастерства вообще нет. Да я сам еще профы себе не апал. Надо профы, блядь. У меня, в принципе, под фулбафом я могу разогнать до 42. Если все нужные профы выкачаю мне. Я его выкачу. Осталось Кузня, Юва и партнер. Жесть. Ну, я вот думал себе горку, но в итоге я задумываюсь о том, чтобы не брать горку, взять себе кожевку, да, кузню, кожев. Юву и алхимку. Ну, чисто танки скидывает. Да. Сокротики потом повыбивать, да? Ну, обязательно, блядь. Я на медведя на X3 их на дерево убивал. Вообще не падает. Ну, это геморно. Но зато все выбил, вообще все, то есть Fire, Nature, все, тьмо. А что только первая пати урон получает? Ну, потому что, видимо, близко друг к другу стоят как-то. Не знаю, я Парадара вот стою, вокруг меня вообще никого нет. Капуста, подойди ближе сюда, к краешку. Заяц, двинься. Вот я стою. Да, вот так. А Сима стоит без маны. Да,
Давайте добиваем. Почему не все будет таки физично? Да, в 25-ке придется по тактике. Надо будет бегать. Минусы, плюсы, блядь, всю хуйню. Тут платформы не хватит, просто физически. Все, ГЦ вас с закрытием квартала. Токен, да. Токен War Ханшам. Решала и Фьюдж, вам нужны ноги? Вместе, пусть скинет. Не стойте, ждите спада. На пароль. Я тоже ну, ладно. Знаете, вам на ролл. Кто с роли, по-честному отдам тому. Так. Законченный квартал остался, да? Да, теперь фьюдж на тебе бошку. Все, портальчик юзаем. 10 секунд осталось. Ждем спада дебафа и юзаем портал, уходим. Идем на чумку. Ну, первый босс на чумке ни о чем. Там проблемы только с Хейденом будут. Все, скинулся дебаф. Погнали в портал. Кстати, чарку сдал. Поставь да. Шкаф, доктор. Чумной. Да. Да, чумка осталась только. Какой... С оргазмом отдай порт пацану. Не, у меня есть. А, он уже портанулся. Все, забей. Отменяй каску. На какую мерзость? У нас остался один квартал, это чума. Да, у нас осталась чумка, закрываем чумку и, в принципе, Солферон Кель. Говори, что боссы названия, какие я буду. Но чумной, Хейган и Лотхип. Ты потихоньку, я не так буду. Ну, первый нот чумной будет. Так. Все, поехали. О, колечко. Классно. Можно и... Первая, вон, гарга, я сагрил, по гарге все сыграйте, череп поставил. Заслить, чтобы он не остался. А ласт кто? Ласт Лотхип. В этом квартале. Хорошо, нот, Лотхип, кто еще? Нот, чумной, Хейган. Лотхип. Вопрос, быстрее добивайте гаргу. Отлично. Он на лут смотрит. Ага, это, конечно, по порядку. Да нихуя не по порядку, ёпта. Сейчас я... В смысле, но чумной, Хейган, Лотхи. А, да, сука, блин, по порядку. Ну, получается, Хейгана можно скипать, нихера интересно. Не. Ты не получится его скипнуть. Хейган самый интересный босс. Так, Юй, ты в ДД, надеюсь? Хейган это самый конченый. Чего он не конченый? Ну, там тактика просто. Какая тактика? Просто тупо бегать. Такая света. Ну, да. Понимать, как надо бегать. Просто можно даже не останавливаться, просто бежишь. Хотя... Я тебя уже перекинул в пати другую. Хотя это я ретрик, я же быстро прибегаю. Ну там под вторую фазу просто будем сдавать этот... Ауру. Не ауру, а хант будет аспект включать. Гарга. Сагрил гаргу. Первую сразу алгаргу заливаем. А так и ты только эти подвиг, блядь. Варшама. 200. Он 213.
Нет, здесь 200. Ну, в 25-ке 213, тут только 200. А тут, блин, ну, в оси 10 падает 213. Типа... Ну, хз. Вторую не вздумай, только согреть. А хули они там стоят, не двигают? Логично. А что, думаешь, двоих не... Не. Она кастовать раньше начнет. Вон, она уже кастует. Достаки. Пугар не играем. Тоже ж две гарги. Да, я в курсе. Стой, стой, ну ебаный урод, дай стаки скинули. 7 стаков хуярит, блядь, ты еще видел? Ну сейчас после этой скинете стаки. Все, стоим. 10 секунд. Все, все скинули? Да. Сим, подходи в мелизону, бей. Леса манусь. На этом боссе это просто, грубо говоря, манекен. Просто хуяриваем его по-быстрому. Резать ману себе и потом пуляем. Поставь кабанчика, Шекет. 44 минуты, зачем? Ну, кого-то нет. Это ж рыбу со специями еще нереально достать, да? Не, пока только рыбу еще надо докачать. Че там у тебя аус, кстати? Аус, Саша. А, я понял. Ну, рез у тебя есть уже 450, все дела, да? Надо если качивать. Ты долго играешь? Если долго играешь, то этот купи за голосование бадж. Можно купить. На 50 очков дают. Я так себе Юнджу купил. Престабав, да, Зе? Там на Савинит. Ты не понял. Там можно за 40 голосов купить себе этот баджик. Все, даю таймер. Че, вам геру склоны? Да, давай, геру. Профу покрафчу. Давай, крафчу.
Не, не надо этих. Он когда исчезнет, тогда будем их сливать. Сейчас смотрите сами. Хотите, залейте их. Ауебус. Может, я тебе завоешь? Ну да, завоешь. А я все равно вешу. Смотри, ты поводишь. Ливы. Паса еще не открыли? Склеп? Да. Вообще должны были, но что-то они, короче, это... Передумали. Да, что-то у них там в голове хуйня какая-то происходит. Ну да, типа ты держишь там будет. Ну они обычно как вообще? Должны были открыть только камни. Все, он телепортировался играть пока, по-моему. Они должны были только камни открыть на данный момент, а с выходом Ульдуара еще должны были открыть ветер. То есть получается, что на данный момент мы не можем себе выбить Т7 ни кисти, ни по ножу. Ну да. Как-то так. Ах, 20 секунд стою, ждем его. Ну, с Ульдуара, да, Т8. Надо чекать, что это вообще в Ульдуаре ни разу не было. Тактики чекать что-то. Ульдуар там ебанут по тактикам. Ну, я знал, что слышал, что он даже типа на актуале, ну, на офе он забаганул. Типа, как они вообще это все сделают на пиратке нормально? Ну, на циркуле же умудрялись сделать уйду. Почему здесь не сделают? Не, ну то, что они сделать, не, то, что она баганая. Не, на циркуле она нормальная была. Она поначалу баганая была, а потом они там починили немножко. Нормально все работало. Я в Альдуаре был БФА. Закрывал, что нихер делать. Не знаю. Огромный инст, капец. Кожаная голова с духом, аус на кольцо крит хаст спд, нихуясь. Сейчас буду ролить. Все, поехали дальше, пока потрачу. Ну, она сказала дать следующему пару. Кстати, зачем вот эти рунки надо? Морозные руны. Ну, деф от силы огня. А кто огня идет? Ну, тот же Кильтузад, например. Так, Ильтузат не бьет огнем. Ну, вот эти вот руны, которые на земле, они огнем хуярят. На второй фазе. Я так понял.
Ну, еще кто-то тоже, по-моему. Сразу тут зеленка сыпется. Ну так тут трэш сход. Качаем репу. Особенно, кстати, понравилось. Вот, ты не смотри, вот и слот. Заходим аккуратно вот здесь справа, становимся очень аккуратненько, пробегаем. Вон трешак. Бля. Фьюдж, это что, твой сын собаки привел, бля? Нет, не он. Уверен? Точно. Сын собаки, ебаный рот. Так, бля, мне надо ролгаться, не могу метки прописать. Прописал рывок, сейчас ждите. Я пока покурю, пока что там разогреется компьютер, блядь. Да, давай покури. Не, у меня, кстати, вот что-что, блядь, а релоги, пиздец, какие долгие. Так играю, нормально. А когда релог прописывает, это пиздец, как долго происходит. Смотрите, что, короче, на этом боссе. А, на нем две фазы. Первая фаза. Бегают только милики, перемещаются за танком и за боссом. Вторая фаза, это бегают абсолютно все. Надо будет нон-стопом просто бежать постоянно. Да, сейчас будет реально весело, тут я согласен. Сейчас расставлю меточки. Первая меточка. Череп. Вторая меточка. Крест. Третья меточка. Так. Так. Вроде да. И последняя меточка вот здесь. Если я не ошибаюсь, а я вроде как не ошибаюсь. По-моему, нет. А, да, да, да. Ну, вроде так. Сейчас посмотрим на первом пуле. Сейчас в любом случае рыбку не оставим, ничего, пробуем так. По-любому будет вайпы на Хейгане, я к этому уже как бы морально готов. Значит, смотрите, ребят, в чем загвоздка? То есть мы сначала, я пулю, мы стоим в черепе. Стоим в черепе, его пробиваем. Он по остальным меткам прохуяривает дамаг. Потом мы, как только он прохуярил его, мы сдвигаемся на следующую меточку. Встали, стоим, ждем, дамажим босс. Все РДД в этот момент, РДД хилы, стоят на месте Хейгана, вот там на платформе. Да.
двигаются, получается, только мелики. Это Юю и Арастус. Получается, где мы стоим, здесь вот не будет пламя херачить, по всем остальным меткам херачит. Потом мы сдвигаемся еще раз. Опять вхерачивает пламя по всем, кроме нас. Сдвигаемся еще раз. Опять так же. И потом мы двигаемся в обратном направлении. Как только мы сделали движение в обратном направлении, по-моему, будет сдвиг еще один раз на крестик, и после этого у него будет запускаться телепортация. То есть он телепортируется на платформу, все в этот момент должны убежать в череп, все становимся в черепок, и, собственно, начинается веселье. Он продамаживает сразу, нон-стопом идем в крест. Продамаживан он стопом в квадрат, продамаживан он стопом в полумесяц. Продамаживан он стопом в квадрат. Ну, вот так в обратном также бегаем. То есть мы делаем небольшую заминку. То есть вот мы стали первую, она долбанула, перебегаем. Остановились на секунду, долбанула, перебегаем. Остановились, перебегаем и так далее. Это все продолжается до тех пор, пока он обратно не... телепортируется к нам, не придет. В этот момент, как он обратно к нам идет, вы опять-таки поднимаетесь РДД на платформу. Все мелики, в том числе танк и босс, мы сдвигаемся в череп. Это понятно? РЧИ на готовность. Давайте, ребят, пробуем. А вот эти... гробики сзади, которые там как-то в них, я помню, что зашивались, или это в 25-х. Не, честно, я так не пробовал, поэтому ничего не скажу. А да, что-то где-то да, такое дерьмо слышу, типа, что в гробике можно замыкаться, и он не бьет, типа, что такое? Не, ну там как-то распределяется и, типа, прохиливается по группам. Я не помню, это да, было... Давайте по обычной тактике попробуем. Даю таймер. Готовимся. РДД все на платформу пойдут по таймеру, по атаке. Милики со мной в череп. Ты там по этому, по ходу анонс, для начала да. Послушай. Хорошо. Перебежали. Дальше креста двигаемся. Вот сюда ко мне прям. Между крестом и квадратом. Херово поставил метку. В морду еще идет. Сдвигаемся дальше. Между квадратом полумесяцем. Вот так вот, где я стою. И сдвигаемся за полумесяц. Мелики чуть ближе. Угу. Сдвигаемся в обратке. Сдвинулись. По середкам, короче, между меток. А этот дебаф как-то, ну, типа, реально не ловить? Нет. Реально, дальше поставить не могу. Вейдзон мне. Ну да. Телепортация 15 секунд. И что нам надо будет сделать? Надо будет в череп бежать всем. Все, в череп все побежали. Все в череп. Готовимся бежать за мной. 3, 2 и 1. Побежали. Понятно. Да, бегунки из вас хуёвые. Ну, оно типа сейчас. Побыстрее кастует, да? Ну да, здесь он начинает очень быстро кастовать. Пар, мы с тобой тренируемся, да? Да, мы с тобой бегаем, тренируемся. Мы с тобой пиздатые. Ну, мы смотрим, пока лежит. То ну, есть вот так тут, происходит тут вся вот эта фаза. Бля. Да выёбывался. Да, перебежал, сейчас я его в соляру добью. Да я перебежал чуть-чуть.
Кстати, есть типа так, тактика, типа босс, грубо говоря, держится вот тут, только ты ногами стоишь на платформе, а РД аж в том крайнем углу, то есть у них дебаф не вешается, и мы просто стоим и бьем, не бегаем. Это первая фаза, так можно убивать. А вот сейчас там в скелетиках же не было, по-моему, этой зеленых, да? В гробе. Кого не было? Ну, этой зеленой хуйни не вылазила по платформе. Там вон, где гробик. На платформе? Нет, там, где гробик. Напротив платформы. Ну, не знаю, я не обращал внимания. Я, сука, не посмотрел. Мы что-то пробовали когда-то, ну, еще на X2 при открытии. То оно не Нет. работало так. Ну, может быть, так. Я же говорю, это было, блядь, давно, и неправда, нахуй. Я уже не помню. Кто первый дойдет, резните меня сразу. Кстати, да, Вар, ты отводи его дальше, чтобы, наверное, дальше дебаф не сейчас. Магия же вообще не... Ну окей, я дальше подведу его. Окей. Так что там у вас прокаст, это хуйня, вот прохил, вот это да, блядь. Соответственно, да, прохил. Вы стоите, блядь, в черепе, вас начинаешь хитить, а прохил проходит только луния, блядь, по вам. Кстати, ребят, если шо, у меня есть один этот хламобот, так что не кричите, что вам надо срочно починиться, если что, поставлю. Окей. Okay. Надо, блин, где-то тория набрать, я накрафтил бы их, блядь, 300 стаков. Тори вон гор. Кратер, Силитус, там нормально фармится. Да я не докачал еще этот проф. Я через аукцион качать буду, наверное. Имел в виду это, руду копать. Что, не придешь или нет? Так, сейчас и меточки поздвигаем. Это Дмитрий, блядь, дайте поеды, пожалуйста. Понимаю, тут. Ну я сейчас дальше бы сотню. Он взял, сел, пожал. Алло, дай столик. Это огромная честь для меня, друг мой. Сотворение яст. Да серьезно? Сань. Рыба цыпа. Поставь сюда вот портальчик, пожалуйста. Вот так вот уголочек. Повесь на себя СС. И себе, пожалуйста, сюда чисто. Ну, попорохать. Там, когда пройдет, встанешь. Сюда вот уголок. На второй фазе туда свалишь, протестишь. Просто если там работает все, то в принципе мы все туда тогда пойдем на вторую фазу. Там будем стоять хилиться. Что-то мне кажется, пахнет наебало. Все возможно, блядь. Возможно. Просто почему-то помнится. Поставь кабана. У тебя там хватает их или нет?